9 писателей из разных городов Сибири стали лауреатами литературной премии. Сегодня им вручили награду. Премию за вклад в развитие литературы учредила редакция старейшего городского журнала «Сибирские огни». Победители отбирала специальная комиссия. В нее вошли представители Министерства культуры, редакции журнала и общественники. Из 20 претендентов на премию они отобрали 9 лучших. Все они в течение прошлого года присылали свои материалы в редакцию журнала «Сибирские огни». Все думают, что когда появилось кино, исчезнет театр. Никуда он не делся. Появилось телевидение, думали, исчезнет кино. Никуда не делось. Появился интернет, думали, исчезнет бумажная книга. Никуда она не делась. Точно так же миллионными тиражами и продаются там тот же Кинг, Роулинг. Нет, бумажная книга не исчезнет. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра.